Барышня, мне ГПУ. Я не знаю номера. Пожалуйста. ГПУ? У меня на крыльце лежит человек с наганом. Весь в крови. Где я живу? Садовая. Да, Садовая, дом 35. Моя фамилия? Гюнтер Макс Иванович. Что? Хорошо, хорошо. Хорошо.
Иван Степанович. Да? Я, очевидно, допоздна не вернусь. Из губкома я поеду на электростанцию. А что там? Да ничего особенного. Просто обещал выступить перед рабочими. У них там вечер смычки с глушицкой коммуны. У меня вот какая просьба к вам. В половине третьего ко мне должны прийти товарищи с элеватора. Вы поговорите с ними. Я уже разговаривал. Там Селицкий жалуется на погоду, на то, что технология отсталая. Жук этот Селицкий, если не больше. Технология, технологии, а зерно губить мы не позволим. Задывчивы стали. От голода еле опомнились, а уже сотни пудов списывают. Заняться ими надо. А кто такие? Те, что вчера? Да, ночью. Сирятина какая-то. Аппарат новый, а фотографии... Да, пластинки у них-то. Да при чем тут пластинки? Личности установлены? Да, одного установить удалось. Некто Венька Шлык. В прошлом уголовник, 5 судимостей, выпущен по амнистии. Вот из милиции прислали житие. Разрешите войти? Подождите минуту, товарищ Кропачев. Ну, как он? Обратно в Бузулук не просится? Да нет, притирается пока. Я вот все присматриваюсь к нему. Как вы думаете, не рановато ли я перевел его к вам в отдел, Иван Степанович? Все-таки отдел-то следственный. Время такое сейчас. Да. Подождем, Семен Ильич. Парень, он боевой. Ну, вам видней. А с элеватором нам надо побыстрее разобраться. Непременно. Да, Лободин слушает. Чоновцев просил. Пятерых. А, из седьмого? Ну что ж, годится. Ну хорошо, спасибо. Что случилось? Ничего не случилось. А все же? Я сейчас до прибыл. Ну? Там одна сволочь куражилась. Непман с Троицкого. Вчера в Гранд-отеле дебош устроил. Зеркала побил, оркестр бутылками забросал. Его в милицию привели, а он червонца на стол. Хлоп, сдачи не берет. Еще ржет, паразит. Это говорит на устройство вашего нового мира. Ты чуешь, куда гнет? Я бы ту сволочь толстобрюхую. Ну что ты от него хочешь? Непман есть Непман. Так что же ему все позволено, если у него полный карман червонцев? Слушай, Михаил. Отступление – дело тяжелое. Тут, знаешь, побольше мужества нужно, чем под пули лезть. А ты вспомни Брест. Немцы. Многие тогда паниковали. А теперь что скажешь? Для того, чтобы побеждать, надо иногда, брат, уметь отступать. Ну, ладно. Давай отделим. Убийцу Шлыка опознали? Да нет, никаких концов. Я его ГРО спрашивал, и наших старичков никто не знает. Не иначе из залетных. Здоровенный черт.
Часовой у него целую обойму всадил. Смотри, куда его занесло. Да. Не иначе из офицерья. Почему? А я на руки поглядел. Похож. Ну вот. А ты споришь, уголовщина. Ну и что, мало ли, ты сволочи в притонах. Нет, странно это убийство возле ГПУ. Непонятно. Ну чего ж тут непонятно? У них свои законы, где встретили, там и порешили. Да нет, Михаил, дураки нынче повывелись. Сдается мне, что парень шел к нам. А его не пустили. И вот возникает вопрос, с чем он шел к нам? Ведь заметь, к нам, а не в милицию. Ну, как знаешь. Только я тебе прямо скажу, дорогой товарищ Лободин. Нам с тобой жизни не хватит все эти блатные компании расхлебывать. А контру к чертовой матери прохлопаем. Так ты говоришь, где этот шлык-то вертелся? В Олимпии? Да. Так вот, есть резон нам сегодня побывать в Олимпии. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. Деньги, 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 деньги без конца. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Там жила цыганка Аза, запоется будь печаль. Если дома тебе скучно, к нам цыганам приезжай. Деньги, 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 деньги без конца. А без денег жизнь плохая, не годится никуда. Там, я думаю, будет свободно. Не возражаетесь? Не занято? А, пожалуйста, пожалуйста. Так. Прошу вас. Прошу-с. Принеси-ка мне, любезнейший, ну, вот эту штуковину. Ну, вот это. Ну, и вот это. Напитки-с? Пивка холодненько. А покрепче-с? Нет, не могу. Понимаю-с. Не потребляете? Нет. И правильно. Все зло от нее. Вот я вам расскажу сейчас одну поучительную историю. И вы поймете, почему я так. Значит так. Было это в 13-м году. Только-только отпраздновали 300-летие Ромашкиных. И поехали мы с деверем белебей лошадей присмотреть. А между прочим, зачем тебе Венька? Должок за ним. Нюсенька, Нюсенька, скорее, скорее, пожалуйста. Все, все, Павел Павлович, пожалуйста. Очень хорошо. Должок, говоришь? Угу. Картишки, небось? Да нет. Заказик я ему один сработал по слесарной части, а денег не несет. Посулил. Так все же, где мне его искать, Нюсенька? Откуда я знаю? Ну, а все-таки. Спроси вон у тех. Вон там его компания.
Пойду поспрашаю. Спасибо, Нюсенька. Спрашивал Леньку Шлыка, хочет получить долг. Назвал себя слесарем. Да. Слесарь. Понятно. Что еще? Она его направила к шпане. Вон там, в углу. Я могу обернуться? Кто такие? Домушники на гастролях. Пахан вон тот лысый. Кличка Стригун. Так, я сейчас ухожу. Спросят, скажут, что нельзя было оставаться. Друг, мол, из Бузулука выплыл. Встреча там же, завтрак, как условлено. Все. Подожди. Насчет этой шпаны. Вот что. Ты сейчас подойдешь к ним и скажешь, что за ними следит тот слесарь, понял? Ага. За вами глаз. Мент? Да. Этот. Нет, уважаемый, не советую. Не советую. В Самаре дело не сделаешь, это я вам по-дружески говорю. Поезжайте-ка вы назад в свой Тамбов, да открывайте там хоть 100 заводов. А тут слопают. Это ж Самара. А ежели станете на ноги, так власти прижучат. Ну, власть, чайно, везде одна. Одна? Ха. Одна, да не одна. Не нюхали вы еще Самары. Вы знаете, что у нас творят? Нет. У нас ГПУ по ночам озорует. Только и слышишь, у одного обыск, у другого. Ну? Одного моего приятеля вчера 1040 конфисковали. За что же они вот так? Говорит, ни за что. Да и я так считаю. Человек он солидный. Налоги платит. Вот и соображай. Я так полагаю, опять всех подряд под корень. На словах одно, а на деле. Да нет, что-то не верится. Как же так? Ни с того, ни с сего. А что же они молчат, если не виноваты? А кому же охота самому в петлю лезть? Да, интересные у вас тут дела. Прямо так сказать, чудные. Вот то-то и оно. Вас ждут там внизу, на веранде. Просили выйти. Мы катались там на пролетке,
двое с краю, а я в середке. А что такое, а что такое, вы не шпаса? А что такое, а что такое, там и шумаса? Мы катались, мы катались, на нас люди, на них попались. Ай, сотекера, сотекера, мрэнью шаса. 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 Здравствуй, Валя. Здравствуй. Товарищ, можно вас спросить? Ой, это вы? Нюся, а чего вы здесь? Да я, мне бы... А вы здесь работаете, да? Как видите. Я не знаю, к кому бы мне обратиться. Мне бы надо было рассказать очень важное. А вы обратитесь ко мне. Правда? Угу. Знаете, насчет чего? У нас в Олимпии... Постойте, а что же мы на ходу-то так? Пойдемте-ка. Проходите. Шабанов, дай мне с гражданкой поговорить. Располагайтесь. Так что же такое у вас там в Олимпии? Да я... Я про бандитов. Как видите, Иван Степанович, и у нас в Самаре пахнет порохом. Запах-то, в общем, знакомый, но... Да, конечно. Ну, а теперь ни вам, ни Кропачеву в Олимпии хода нет. Да. Впрочем, вам и не понадобится Олимпия. Там с этой бандой без вас разберутся. Но вот то, что рассказал Непман... Я понимаю, у вас делов-то, конечно, хватает. А нам-то каково? Одни убытки. Того и гляди, ресторан закроют. Ух, и ненавижу я их. И знаете, что еще они придумали? Губсоюз хотят обчистить. Ихние склады. А вы откуда это знаете? Сама слыхала. Болтали по пьяной лавочке. Позавчера у них насчет этого скандал был. Венька Шлык схватился с их главным, с Паханом. Невозможно, говорит, мол, охраны много. Вы простите меня, что я вам вчера про Веньку ничего не сказала. Я ведь не знала, что вы отсюда. Так вы думаете, они Веньку убили? А кто же еще? Кропачев. Левину. Сейчас, сейчас. Вы мне не дадите справочку, что меня от ГПУ вызывали. Я не хочу, чтобы знали, что я сама. А-а-а. Пусть думают из-за вчерашнего.
все-таки я не понимаю, почему мне нельзя заняться? Дело, можно сказать, серьезное, политическое. Возьмут губсоюз, срама не оберемся. И только Кропачев может спасти нас от этого позора. Но ты пойми, Михаил, сигнал мы проверим. Но тебе браться за это дело нельзя. Знают они тебя. Вот в чем беда. В чем беда-то? Знают. Да пусть знают. Зато их тоже знаю. А поручать это дело кому-то другому, я считаю неправильным. Достаточно, Кропачев. Я не намерен вступать с вами в дискуссию. Расстановка кадров в вашу компетенцию не входит. Выполняйте, что вам приказано. Вам ясно задание? Я вас спрашиваю. Вам задание ясно? Нет, не ясно, товарищ Левин. Не ясно, почему вместо настоящего дела я должен заниматься ерундой. Прошу пояснить. Пьяный торгаш наплел что-то Лободину. Да это он специально сделал, чтобы лишнее ведро грязи в нас плеснуть. Да возможно, возможно, все так и есть. Ну а вдруг кто-то под маркой ГПУ орудует? Тогда что? Ну и черт с ним. Ты знаешь, как это называется? Вор у вора дубинку спер. Да вы политически незрелый человек, Кропачев. Меня удивляет, как вы можете работать в ГПУ с такими взглядами? Вы что, серьезно не понимаете, как эта история может скомпрометировать органы ГПУ? Да и не только ГПУ, а всю нашу новую экономическую политику. Какое недомыслие. Можете идти. Слушай, Шабанов, ответь мне на один вопрос, только честно. Что ты обо всем этом думаешь? А о чем это, обо всем? Обо всем. О НЭПе, о революции, о текущем моменте. Ну что, мы со всякой недобитой сволочью церемонии разводим? Надо, значит. Вот и разводим. Кому надо? Тебе? Мне? Партии надо, Кропачев. Хорошо это у нас получается. Чуть что партии надо, разговор окончен. Откуда ты знаешь, что партии надо? Слушай, путаешь ты кислый с пресным и сам травишься. Но время-то другое наступило. Война-то кончилась. Может, и революция кончилась. Слушаю. Уполномоченный Кропачев слушает. Это я, Митя. Приходите нынче в Олимпию. Что? Я говорю, сегодня приходите в Олимпию. Когда?
часов в 9 будет их наводчик из Губ Союза. Сегодня? Ну да. Придете? Буду. Я буду ждать. Обязательно буду. Ну, Кропачев, с такими разговорами... Ну, ладно, ладно, чего уж там. Ты лучше скажи, который час? 3. Чего ботаешь? Не видишь, закрыто. А вы не скажете, куда мог деваться? Небось, в садике прохаживаться, жирок растрясает. Вон где. А чего надо-то? Да ничего. Гуляйте, гражданин Башкатин. А что вам угодно? А мне угодно задать вам несколько вопросов. Слушаю. Что это за слухи вы распространяете о ГПУ? Я? Слухи? А ГПУ? Помилуйте. Не валяйте дурака, Башкатин. Угу. Что вы болтали вчера в Олимпии? Я? Ничего. Клянусь вам. Врете. Что это за история с обысками, с конфискациями? Уверяю вас, это какое-то недоразумение. Ну, хватит, Башкатин. Какого вашего приятеля ограбили чекисты? Фамилия, адрес. Ну? Так, как клеветать, мастак, а как ответ держать? Ладно. Я иду завтра в ГПУ в 8 утра. Придете сами или прислать провожатых? Нет, не надо. Я... 12-я комната. Кропачеву. И чтоб без фокусов. Под землей найдем. Кто там? Откройте ГПУ! Мне бы документик... Понятые, подтвердите. Здесь я. Я Михаил Лукич. Ну-ка ты. Это я, Михаил Лукич. Свиридов, Вася, а, сейчас, сейчас открою. Попросите ко мне Кропачева. Вот донесение оперативной службы.
Сегодня ночью группой каких-то работников ГПУ ограблен скотопромышленник Хлудов. Что это? Опять? Как видите. Сам Хлудов увезен неизвестно куда. Разрешите? Да, прошу вас. Докладывайте. А, собственно, нечего докладывать. Сбежал Башкатин. Я его вызвал в ГПУ на сегодня, а он сбежал. Эти сведения точные? Проверил. Домой больше не возвращался. Очевидно, испугался, что придется отвечать за клевету. Вот и навострил лыжи. А может быть? Нет, нет. Я запрашивал и милицию, и морг. Так. А ваша точка зрения, Иван Степанович? Да может, избежал, если испугался. Только вот... Что только? Одно обстоятельство смущает. Нерезонно как-то. Что же он домой-то не вернулся? Ведь надо же было взять с собой что-нибудь. Ну, там, барахлишко, ценности. Ну, просто наличные. Вы этих сволочей не знаете. Не беспокойтесь. Башкатин своего не упустит. Нам же неизвестно, где он весь вечер был. Небось, все обстряпал, набил саквояж с червонцами и тю-тю. Вот увидите, недельки через две появится какая-нибудь купчая. Плохо спите, Кропачев? Что так? Да нет, ничего. Я могу идти? Идите. А вас прошу остаться, Иван Степанович. Так вот, Иван Степанович, я вам должен сообщить, Непман Башкатин никуда не сбежал. Вчера вечером он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Подумайте над этим, Иван Степанович. Точить! Наши ножницы точить! Точить наши ножницы, точить! Так, значит, вы здесь сегодня, тетя Маня, уборку не делали. Какое? Чай не до того. Уточком забежала, гляжу, вон она как тут. Так я уж скорее от греха подальше. А это его вещи, что ли? Его. Так. Ну, а ночью вы тут никого не рассмотрели? Да разве ночью-то рассмотришь? Я же говорю, Ваську спросите. Он в доме был. А я что? Как в доме была, так и разговора бы не было. А то ведь на меня как цыкнули. Иди, говорит, бабка во дворе. Ой, как я страх перепугался. Ты ваши чеки прям трясло все. Так. А тот мужчина-то, что во дворе со мной остался, и говорит. Ты, говорит, бабка, не боись. Тебе что? Пусть твой хозяин буржуй трясется. Так вы говорите, тот, который с вами во дворе остался. Да. Ну, а его-то вы хоть рассмотрели? Да лицо-то в потьмах не рассмотришь, а по виду такой... Вроде видный представительный мужчина. Так.
Только вот со здоровьем у него не важно. Кашляет, страсть. Что, кашляет? Кашляет. И да, рукав грызет болезный. Чтобы, значит, тише было. Хотела я это ему присоветовать, как от этой сухотки избавиться. Да, вот. Так, значит, что вы еще о нем можете сказать? Да чего ж сказать-то? Да вы садитесь, тетя моя. Он и во дворе-то был совсем ничего. Позвал его кто-то, он и ушел в дом. А кто же его позвал? А вот кто позвал-то, не знаю. Из синей кто-то высунулся и тихонько его окликнул. Иди, говорит, в дом протокол писать надо. Ну, он и пошел. А как же его по имени окликнул? Нет. По фамилии. А, даже по фамилии? По фамилии. Только вот фамилию-то я теперь забыла. Услыхать-то услыхала, запамятовала. Да ведь со страху-то и мать родную забудешь, как звали. Иван Степанович, я там в синях окурок нашел и два кусочка грязи с отпечатком подошв. Ну что ж, тетя Маня, позовите нам теперь Вась Свиридова. Хорошо. Проводите. Пойдемте. Свиридова нет дома. А где же он может быть-то? Да чай на работе, баржа грузит. А вот где, не скажу. Волга-то ведь большая. А то вот еще где. Есть тут у него. Ну, словом, живет она у самой Волги, под заводским спуском. Скажите, вы не знаете, где здесь Маруся живет, а? А ты кто? Да вот одного человека ищу. А кого надо? Да Маруся бы мне найти. Ну, я Маруся. А, здравствуйте. Вы не знаете, Василий Свиридов, где? Да он в сараюшке дрыхнет, коли на баржу не ушел. Айда, со мной. Похож на Кропачева. А почему не Кропачев? Нет, Семен Ильич. Нет и нет. Я отказываюсь вас понимать, Иван Степанович.
Вы знаете, я, так же, как и вы, не люблю делать скороспелых выводов. Не люблю. Но вот вам логическая цепь. Кстати, вами же и построенные. Скажите, кто все время пытался сбить нас со следа? Кропачев. Кто лгал о бегстве купца из города? Снова Кропачев. Ну да. А показания старухи? А убийство понятого? Так, так. Этого вам мало? Мало. Семен Ильич, мало. Ну, был бы кто другой. Но только не Михаил. А почему? Поверьте, о прошлых заслугах Кропачева я знаю. Но я знаю и сегодняшнего Кропачева. Мелкобуржуазное бунтарство, никакой самодисциплины и, наконец, возмутительная политическая слепота. С таким набором легко можно оказаться в любом лагере. А, черт опять. Иван, знаешь, что самое страшное в работе чекиста? Благодушие. В 12-м году под Тобольском мы одного товарища ссыльного в предатели записали. Погорячились с плеча. А он повесился. Не виноват был. Потом разобрались. Иван, я не настаиваю. Спичка есть? Я очень уважаю твое мнение. Но я не могу и не должен не считаться с фактами. Это мой служебный, мой партийный долг. Может быть, я к Кропачеву несколько тенденциозен. Допускаю. Поэтому я не хочу заниматься его делом. Займись ты. Если я ошибся, докажешь.
Господи, а я слышу, кто-то ходит. А? Это вы, тетя моя? А ведь фамилию-то я вспомнила. Ну, того, что во дворе со мной остался, кушлюна-то. Да ну? Стал я давеча капусту резать, и вдруг меня как стрельнет. Думаю, господи, да как же это я забыла-то? Кропачев, как? Его фамилия Кропачев. А вы ничего не путаете, тетя Маня? Да чего это я путать-то буду? Чай из ума-то еще не выжила. Так и сказали. Иди, говорит, Кропчев, протокол писать надо. Он и пошел. Ну, спасибо. Спасибо, тетя Маня. Спасибо. Дежурный сообщил, что сегодня Кропачев в общежитии ночью не ночевал. А буфетчица утверждает, что он ушел из Олимпии приблизительно в 12 часов. 12. Значит... Подруга моя, простенка моя, стасеночка, понравилась мне молодка.
понятно. Понятно. Хорошо. Ну что ж, Иван Степанович, добро. Вы арестованы, Кропачев. Сдай оружие. Что? Сдайте оружие. Подпишите. Это еще не все. Вам придется повторить это на очной ставке. Введите арестованного. Садитесь, Кропачев. Итак, гражданин Кропачев, вы утверждаете, что в ночь на 5 с 10 часов вечера и до 4 утра вы никуда из Олимпии не отлучались? Я уже трижды повторял. Не горячитесь, Кропачев. Зачем вы пошли в Олимпию? Она сказала мне, что в этот вечер бандиты должны встретиться с наводчиком из Губсоюза. Я решил проследить. Так. Никто к бандитам не подходил. Я был до самого закрытия. Вы подтверждаете показания гражданина Кропачева? Да, это правда. К ним никто не подходил ни разу, я не знаю почему. Нет, я вас не об этом спрашиваю. Я вас спрашиваю, вы подтверждаете, что гражданин Кропачев не отлучался из ресторана до закрытия? Да-да. То есть, я не знаю. Как это не знаете? Гражданин Кропачев, вопросы задаю я. Ну так как же?
Вы не обижайтесь на меня, товарищ Кропачев. Я ведь заглядывала к вам часов в 12. И перед закрытием. Не было вас. Может быть, вы выходили? Что за чепуха? Я никуда не выходил. И вы ко мне не заглядывали. Что за чепуха? Заглядывала. Как видите, Кропачев не вяжется у вас. Как вы можете? Уведите арестованного. Ну, спасибо вам. Больше мы вас не задерживаем. До свидания. До свидания. Разрешите войти? Подождите одну минуту, товарищ Кропачев. Ну как он? Обратно бузулук не просится? Да нет, ничего, притирается пока. Я вот все присматриваюсь к нему и думаю, не рановато ли я перевел его к вам в отдел, Иван Степанович? Вы в милицию привели, а он к червонце на стол хлоп. Сдачи, говорит, не надо. Еще ржет, паразит. Да. Это, говорит, на устройство вашего нового мира. Ага. Ты чуешь, куда он гнет, паразит? Я по ту сволочь толстобрюхую. Да чего ты от него хочешь? Непман есть Непман. Так это что? Значит, ему все позволено, если у него полный карман червонцев. У нас по ночам ГПУ озорует. Только и слышу одного обыску другого. Одного моего приятеля вчера 1040 конфисковали. Же еще. Кропачев, Клевину. Сейчас, сейчас. Я вас хотела попросить. Вы не дадите мне справочку, что меня в ГПУ вызывали? Я не хочу, чтобы знали, что я сама. Пусть думают, что из-за вчерашнего. Там? Кто? Откройте ГПУ.
Господи, а мне бы только документик. Понятые, подтвердите. Здесь я, Михаил Лукич. Ты? Да это я, Михаил Лукич. Я, Свирида, Фаська. Ну, а его-то вы хоть рассмотрели? Да лицо-то в потьмах не рассмотришь, а по фигуре-то вроде бы такой видный, представительный мужчина. Только вот со здоровьем-то у него не важно, видать. Кашляет, страсть. Кашляет? Кашляет. Инда рукав грызет болезный. Так, чтобы это, значит, тише-то было. Ты арестован. Сдай оружие. Что? Сдайте оружие, Кропачев. Пошли. Никуда не заходила, Иван Степанович. Пошла прямо в Олимпию. Так. Там ее Чурсинов взял под наблюдение. Никуда, значит, не заходила. Нет. Жаль. Ну, ладно. Здравствуйте, арестованный. Здравствуйте, гражданин начальник. Ну, жалоба, претензии есть? Есть, ананасов и рябчиков не дают. Ну, вот тебе ананас. А что такое ананас, знаешь? Знаю. Ну что? Знаю, знаю. Ну что, что, что? Ну, птица такая не русская. Сам ты птица. Здорово сыграл Мишка. Натурально. Что, в самом деле? Вот. Я же говорю, что талант артиста в тебе пропадает. На, держи. По-моему, она клюнула. Слушай, Иван Степанович, а чего она вдруг решила не отопить? Что это за фигура такая? Да понять-то их можно. Хотят со следа сбить. Вот тень на плетение наводят. Но вот почему они именно тебя? Ты часом в Олимпии никого из старых знакомых не встречал? По Бузулуку, по Кубани, ну где ты там еще воевал? Нет. А что? А вот смотри, стоило тебе в Олимпии появиться, как утром она к нам в ГПУ. С этой легендой о Губсоюзе. Кто-то тебя хорошо знает, даже кашель. Только вот с уликами они мало переборщили. Особенно с фамилией. Я как услышал... Да. Нюсенька. Да, Нюсенька, это дорогого стоит. Тут веревочка далеко вьется. Ну, теперь мы закончик зацепили, размотаем. Но придется тебе, милок, еще посидеть. Долго?
Да я тебя понимаю. Ну, трудно сказать. Да ничего, ничего. Ну, своим самообразованием займешься. Я тебе тут кое-что принес. Помнишь, мы с тобой дискутировали насчет НЭПа? Так вот, слушай. Где это? Мы можем теперь сказать, что наше отступление, в том смысле, какие уступки мы капиталистам делали, закончено. Наше экономическое отступление мы можем теперь остановить. Достаточно. Кто это? Ильич. Ну ладно, ты читай. А я к тебе еще вечерком загляну. Оставить? Угу. Вот здесь. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте, Распанович. Давайте начнем. Спасибо. Угу. Ну, кто первый? Давайте я. Что там у тебя? Банда Стригуна никакого отношения к Губсоюзу не имеет. Так. И Шлыка они не трогали. Так. Взяли их на Ильинке, допросили всех поодиночке. Кто следующий? Разрешите мне? Да. Дежурил в Олимпии. За время дежурства подозрительно ничего не заметил. Буфетчица никуда не отлучалась. Так, кто там сейчас? Коржов. Угу. Что у тебя, Оля? Список ограбленных непманов, сведения на них, суммы. Это все? Я хочу обратить ваше внимание, Иван Степанович, что Хлудов буквально за несколько часов до ограбления снял со своего счета в банке 27 тысяч рублей. Ничего, куш. Как знали. Тем более, что все шесть ограбленных также снимали со своих счетов крупные суммы накануне. Да, похоже. Похоже, что у них там наводчик, свой человек. Ну, ладно. Ладно. Ну, я уж подготовил для тебя личные дела наших сотрудников. Вот. Только эти трое могут знать о снятии вклада со счета. Ну, и я, конечно. Главбух тоже. А в основном с выдачей денег имеют дело три сотрудника. Кассир Атанова. Третий месяц у нас работает. Так. Сразу же после курсов пришла. Операционист Щеголев. Старый жук. Спец. Еще при царе Горохе в банке служил. Ну и контролер. Сидельников. А он у тебя давно? Да нет, что-то около года. Угу. Сам из учителей. Демобилизовался из Красной Армии после ранения. Документы в полном порядке. Добросовестный работник. Так что с нашей стороны. Ну, хорошо. Михаил Авдеевич. Я у тебя попрошу разрешения взять эти папочки с собой. Если надо, чего ж. Ну, спасибо тебе. Бери. Семен Ильич, есть задание для оперативников. Проверить вот всю подноготную этих трех. Ну, кое-что придется запросить в других губерниях. Но один из этих трех наводчик. Это точно. Прошу. Так это же Гаюсов. Это Гаюсов, товарищ.
Господа, мы не можем не считаться с обстановкой. Но следует ли из этого, что конъюнктура столь решительно изменилась? Я не имею оснований для паники, господа. Не имею. Вам не хватает чувства меры, Гаюсов. Клянусь вам, господа, что я скоро буду не в силах уже уснуть. Я становлюсь психом. Это же безумие. Это безумие! Знать, что на след выходит ГПУ, и продолжать прогулочки. Кроме того, я не могу полагаться на своих уголовничков. И мне надоело. Мне надоело слышать это бесконечное. Давай, давай, давай! Надоело! Позор! Как же прикажете думать обо всей вашей группе? Мы и так уже чуть не влипли из-за вашего шлыка. Запомните, господа, с отступниками мы не будем церемониться, кто бы он ни был. Бандит Шлык или ротмистр Шацкой? Я вам не Венька, Гаюсов! Слышите? И перестаньте меня пугать! Господа, господа, ну что же вы в таком тоне? Это позволительно разве что жуликам из Олимпии. Но вы оба офицеры. Не забывайте, господа. Сергей Сергеевич. Мне кажется, что вы несколько преувеличиваете. ГПУ, как вы выразились, действительно вышло на след. Но ведь след этот ложный. Мы не вправе упускать хотя бы одну возможность, чтобы послужить святому делу, которое на нас возложено. Благодаря нашим стараниям, у ГПУ в Самаре будет скоро достаточно прочная репутация. Слухи о конфискациях уже ползут по городу. Неужели вы не понимаете, Сергей Сергеевич, как это важно для нас? Ангел вы мой, Анна Владимировна. Ангел! Господа, не нужно горячиться. Спрос-то один с нас. Пока проблема оружия не решена до конца, нужны деньги. Много денег. Так что... Аристарх Сергеевич, что нового у вас? Даст. Закупаемся, Борис Аркадьевич, но туговато-с. С этими складскими никак разговора не получается. Знают, что риск-то велик, ну и жмутся. Вот если бы иметь сумму достойную... Ясно. Что в госпитале? Не могли бы мы переправить к вам еще одну группу? Да, пожалуй, можно. Но не более 20. Иначе будет подозрительно. Постарайтесь. Вы сейчас наша ударная сила. Господа, взрыв моста – это не просто диверсия. Если мы прервем магистраль, мы отрежем от Москвы пол России. Сделаем все, что возможно. Ну, кажется, все. Расходиться, господа, как условлено. Борис, подожди. Что, Аннушка? Сегодня был так красноречив, так убедителен, что я не поверила тебе. В чем?
Тебе не кажется, что нас раздавят через сутки после выступления? Возможно. Послушай, Аннушка, я не могу всего сказать даже тебе. Признаться, мне и самому еще не все ясно. Завтра я должен встретиться с одним из наших друзей. Оттуда. Но он иностранец. То есть, ты хочешь сказать, что... Да. Наш план — это его план. Все, начиная с захвата архивов ГПУ, взрыва моста и элеватора и кончая счетами с большевиками, все. Все. А что же потом? Потом? Потом. Потом мы с тобой будем далеко. Борис, что ты говоришь? Правду. А ты как хотела? На крест? На святое самоубийство? Увольтесь. На Голгофу я не ходок. И тебя не пущу, Аннушка. Будь уверена. Мы кутнем еще с тобой где-нибудь там, в Монте-Карло, или как они, Елисейские поля. Виноват, не приходилось бывать. А. Что, коробит? Напрасно. Любая пакость большевикам, это же... благородное дело, а для нас с тобой это последний шанс. А как же Россия? Россия? Россия. Не будь гимназисткой. Спасти Россию сейчас можно только продав. Хоть оптом, хоть в розницу, это все равно. Ничего с ней не станется. Были поляки, французы, татары. И все уходили. А большевики не уйдут. Они свои. Россия останется, а мы нет. Меня это не устраивает. Тебя, надеюсь, тоже? Извини, мне пора. Прощай. А они с Гаюсом старые знакомые. Кропачев его еще под Бузулуком брал, когда сапожковские банды добивали. Сволочь изрядная, дутовец. Авантюрист, в 20-м году даже деньги печатал. Как же они его там прохлопали? Выходит, Кропачев ему мозолил глаза. Значит, интуиция вас не подвела. Да нет, интуиция тут ни при чем. Я ведь таких ребят еще по гражданке знаю.
Для Михаила весь мир на два цвета поделен. Белый и красный. И никаких тебе оттенков. До сих пор с седла слезть не может. Боится, как бы НЭП революцию не угробил. Только ведь от таких мыслей скорее стреляются, чем по чужим сундукам-то лазят. Возможно. Но Гаюсова мы переубеждать не будем. Я вот что думаю, Семен Ильич. А не сыграть ли нам в их игру? Не ждал. Здравствуй, папа. Здравствуй. Ну, что же ты стоишь? Проходи, садись. Вот сюда. Сейчас я чаю. Ну вот. Пей, пожалуйста. Ну, что ж ты? Я не хочу, папа. Благодарю. Ну-с, как угодно. Была бы, как говорится, честь предложена. Как ты живешь? Это что же, благодарность большевиков за верную службу? Слушай, Анна, ты это оставь. Старо. Да-с, старо. О, и портрет заблудшей дочери. Ты становишься сентиментальным. Раньше за тобой этого не замечала. Анна, перестань. А что? Выгонишь? Или ударишь? А в самом деле, почему бы тебе, как говорят у нас в Олимпии, не заехать мне в физио в качестве компенсации за пробелы в воспитании? Вдруг поможет? Ты зачем пришла? Зачем? Странный вопрос. А может, я тоже стала сентиментальной? И мне захотелось увидеть дорогого папочку. Thank you.
Ну вот что, матушка. Когда в гражданскую ты уходила к белым, ты заявил тогда, что идешь искупать мою вину перед Россией. Ровно год назад я встретил тебя в кабаке за буфетной стойкой, помнишь? Я спросил тебя, кто же все-таки оказался виноват перед Россией, я или ты? Ты тогда наговорила мне дерзостей. Теперь я снова хочу спросить тебя. Ну что, дочка, помогли тебе твои ляхи? Ляхи? А почему ты так говоришь? Ты стала забывать классику. Нет. Просто мне показалось. Ты же дворянин, офицер, доктор. Как же ты можешь быть с ними, с этим бесцеремонным хамьем? Ведь все поругано, все истоптано, все сломано. Где она, наша с тобой Россия? Вы предали ее. Большие, сильные мужчины, которых она считала своими сыновьями. Кому же защитить ее? Мне? Защитить? От кого? Зачем ты так говоришь? Ты же все понимаешь. Да, я все понимаю. А ты нет. Вы пытались защитить Россию от ее народа. Я устала. Я очень устала. Давай бросим все. Уедем, куда глаза глядят. Ты же умный. Ты сильный, ты сумеешь это сделать. Что у тебя случилось, Анна? Ну, скажи. Не надо спрашивать, отец. Давай уедем отсюда. Куда-нибудь все равно. Ведь я же не могу. Ведь я же военнослужащий, ты знаешь. Не могу. Но разве я могу? Анна. Почему ты не хочешь объяснить, на что с тобой творится? Ну вот что. Сейчас я уезжаю. Ненадолго. Приеду, позову. И ты обязательно придешь. Слышишь, Анна? Не знаю. Я пойду. Прощай. Да, что и говорить. Действуют они с большим размахом. Сразу несколько зайцев убивают. Шельмуют АГПУ, раз. Запугивают Непманов, два. Распространяют слухи, три. Ну и деньги, конечно. А в целом-то
подрывают нашу политику. Скверно. Я думаю, что разработка Лободина даст результаты. Ведь ты понимаешь, все у нас как-то изолировано получается. Распутали дело о порче зерна на элеваторе. Пожар на трубочном. Фальшивые документы появились. А ниточка, видимо, одна. Да, и кто-то всем этим руководит. Да, кстати, Семен Ильич, в губком поступили сигналы из 16-й кавдивизии. По-моему, там пахнет разложением. После бюро я познакомлю тебя. Все одно к одному. Слушай, этот, как его... Гаюсов? Да. Он не может быть одним из главарей? Не исключено. Так ты считаешь, что сегодня? Да, тянуть они не будут. Слишком уж куш велик. Помощь гарнизона не потребуется? Нет, справимся. Ну что ж, добро. Прелестный, просто прелестный у вас уголок. Хорошо. А ведь я, признаться, думал, что я вас в постели застану. Вот как бывает. Ну, слава богу, на поправку пошло. Да, знаете, я даже по Струковскому гуляю. Ну, и ничего, ну, знаете. Отлично, прошу. Отлично, благодарствую. Чайку еще стакан. Да не откажусь. Пожалуйста. Спасибо. Вишневая. Спасибо. Александр Федорович. А ведь я, признаться, хочу попросить вас об одной любезности. Ну, как старого знакомого. Почту за честь. От лица ГПУ. А? Да вы не волнуйтесь, Александр Федорович. Я вам гарантирую вашу полную личную сохранность и безопасность. Слушаю. Вот вы завтра пойдете на прогулку. Заверните в банк, где у вас наличность хранится. Нам нужно, чтобы вы сняли с вашего личного счета, ну, сумму посолиднее, 1040. И денька 2-3 подержали их дома. Не возражаете? Зачем?
там? Откройте ГПУ! Сейчас, сейчас. Не вяжется у вас. Да как вы можете? Уведите арестованного. Спасибо. Больше я вас не задерживаю. До свидания. До свидания. Иван Степанович, а чего она решила меня топить? Что это за фигура? Да понять-то их можно. Хотят со следа сбить, вот тень на плетение наводят. Но вот почему именно тебя выбрали? Я хочу обратить ваше внимание, Иван Степанович, что Хлудов буквально за несколько часов до ограбления снял со своего счета 27 тысяч рублей. Ничего себе, куш, как знали. Тем более, что все шесть ограбленных также снимали накануне со своих счетов очень крупные суммы. Так, да, похоже. Похоже, что у них там наводчик. Свой человек. Это же безумие! Это же безумие, господа! Знать, что на след выходит ГПУ, и продолжать прогулочки. Кроме того, я уже не могу полагаться на своих уголовничков. И мне надоело. И мне надоело слышать это бесконечное. Давай, давай, давай!
Надоело! Позор! Что же прикажете думать обо всей вашей группе? Отец, ты же дворянин, офицер, доктор. Как же ты можешь быть с ними, с этим бесцеремонным хамьем? Ведь все поругано, все истоптано, сломано. Где она, наша с тобой Россия? Вы предали ее, большие сильные мужчины, которых она считала своими сыновьями. Кому же защитить ее? Мне? Слушай, этот, как его... Гаюсов? Да-да. Он не может быть одним из главарей. Не исключено. Значит, ты считаешь, что сегодня? Да. Тянуть они не будут. Уж больно куш хорош. Помощь гарнизона не потребуется? Нет, справимся. Ну что ж, добро. Thank you.
Анна Владимировна. Как вы сюда попали? Я от Гаюсова. Что вам угодно? Я полагаю, о провале группы Шацкого вы знаете. Гаюсов теперь у нас. Это он мне дал ваш ключ. Вот этот. Вы из ГПУ. А вы ждете? А, понимаю. Нет, я в самом деле от Гаюсова. Вот. У вас есть сомнения? Нет. Тогда прошу вас. Мы сможем пройти через соседний двор? Анна Владимировна, прошу вас поторопиться. У нас совсем нет времени. Я никуда не пойду. Но это приказ. С меня достаточно. Мадам, это похоже. Нет. Это не измена. Я просто устала. Я смертельно устала. И прошу, чтобы меня оставили в покое. В покое. А... Вы легкомысленны, мадам. Вы ГПУ тоже попросите об этом? Боитесь. Напрасно. Борис знает, что я не предам. Я просто выхожу из игры. Передайте ему это. И, пожалуйста, уходите. А мне сдается, игру вы только начинаете, мадам. И слишком рискованную. Предупреждаю вас, слишком рискованную. Оставьте ключ и уходите. Ну и уважил. Умрешь тут с тобой. Чисто, чисто представление. У вас просто дар юмориста. Будь я не врач, а писатель, я бы, наверное, имя могла сделать на ваших историях, право. Да нет. Для меня на сегодняшний день врач поважнее. Кто знает, как сложится ваша жизнь. Сейчас вы обыкновенный военный, каких много. А лет через 10 встретимся мы с вами где-нибудь на эстраде. На вас будет черный фрак, манишка и даже бабочка. Вы совершенно напрасно смеетесь. Тишина. Все, тишина, главврач идет. Ложитесь, Никишин, закройтесь. Ну, как тут дела? Кто живот?
Отпустила? Маленько. Вчера утром кольнул разок, но не так, чтоб шибко. Ну-с. Как самочувствие, герой? Куда уж лучше. До завтра перевязок не делать. Ну, как сон? Опять всю ночь кашлял? У него хронический, Владимир Петрович. А пулю этого голубчик не уберег, да-с. Хотел презентовать. Да чертова санитарка смахнула, понимаешь, куда-то. Ищи теперь. Ну ладно, ты не горюй. Так где-то дрянь какая-то сплющенная. На что она мне? Вытащили, да и ладно. Вы знаете, Кропачев, сколько таких железок извлек Владимир Петрович? У него поистине золотые руки. Зато у вас, голубушка, я вижу золотое сердце. Что у вас творится в инфекционном корпусе? Откуда там эти лоботрясы, я вас спрашиваю? Вы врач или сердобольная кумушка? Симулянтов узнавать разучились. Не успел уехать, как уж черт знает что. Не госпиталь, а постоялый двор. Да-с. Чтоб духу их завтра не было. Здравствуйте. Что нового? Да ничего, обычные налетчики. Один только Шацкий. Но с ним придется повозиться, Корниловец. Некогда нам с ними возиться, Иван Степанович. Мне думается, что эта банда только веточка. А где ствол? Да, это верно. Но надо надеяться, что и... Нельзя довериться надежде. Надежда слишком часто врет. Вы знаете стихи Минаева? Нет, не читал. Не интересовались. А что с Нюсей? С Нюсей? Я вот думаю, резонно ли то, что мы ее отпустили? Ведь она теперь для них отрезанный ломоть. Вот именно, отрезанный ломоть. Натура этих неизвестно. Вот поэтому они и не оставят ее в покое, что бы ни случилось. И нам надо не прозевать. Да, это резонно. Иван Степанович, получено подтверждение. В губернии готовится контрреволюционный мятеж. Нам надо форсировать события. Пора. Не могу с этим согласиться, господа. Собственно, особых причин огорчаться у нас нет. Группа с честью выполнила задание. И чекисты поймали свет угасшей звезды. Не более. Никто, кроме Шацкого, не имел прямых путей к штабу, вы это знаете. Но за Сергея Сергеевича мы можем быть спокойны. К тому же, видимо, через несколько дней арестованные все равно будут свободны, как и вся Самара.
Но чтобы это произошло, господа, мы должны исключить всяческую расхлябанность. Да-да, расхлябанность! Роман Иванович, объясните, что у вас на элеваторе? С тех пор, как арестован Селецкий, негде брать пропуска. Взрывчатка сейчас у электрика, временно. Но там ее хранить нельзя, очень опасно. Все этот идиот Селецкий со своими спекуляциями. А вы его в организацию втягивали. Представляете, что бы сейчас было? Игорь передаст вам образец пропуска. Сегодня же свяжитесь с Гаюсовым. Даю вам 3 дня. Нет, 2. В четвергу все должно быть готово для взрыва. Да, но... Пойдем дальше. Константин Иванович, вы должны были вычертить схему охраны моста. Здесь все. Спасибо. Да, это правда, что группа Кучеренко переформирована? Это я настоял. ГПУ должно заниматься офицерским составом. А Кучеренко, изволите видеть, антоновских мужичков напихали. Хм. С Гаюсовым согласован? Он одобрил. Хорошо. Ну, а сейчас, господа, я хочу вас познакомить с письмом, которое я привез из Москвы. Александр Владимирович? Да? Одну минутку. Вернулся, знаете ли, главврач госпиталя. Вернулся? Нас информировали, что он будет через неделю. Больше того, он уже сунулся в инфекционное отделение и Нину Дмитриевну отчитал. Боюсь, как бы проверочку не сделали. Совсем нехорошо. Каково же мнение членов штаба? Какое же может быть мнение? Разве у нас есть выбор? Да-с. Выход далеко не идеален. Шум, расследование. Но придется. Игорь, вы этим займетесь. Гаюсов прислал связного. Хлопочет об Анне Владимировне. Позвольте, ее не арестовали? Представьте, нет. Хотя и пустила ГПУ по ложному следу. Ну, с этим я, господ чекистов, не поздравляю. Топором сработано, по-пролетарски. Эту подсадную утку надо убрать. И немедленно. Не было бы неприятностей с Гаюсовым. У них, кажется, роман. Ладно. Я сам поговорю с Борисом. Он должен понять. Хороший человек был. И Мишку моего спас. Как глотыш-то это схватил. Совсем ведь полетал мальчок. Что случилось? Умер кто? Что да доктора такое? Убили Владимира Петровича. Главный врач. Убили главврача госпиталя. О, Господи, Господи. Я еще была у него. И за что, правда? Что? 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 Идет. Слушай, товарищ. И долго это будет продолжаться? Понимаю тебя, товарищ. Не беспокойся. Недолго. Дай это. Эх, гражданин, гражданин. Жестокость и зависть извечны в натуре человеческой. Кривое дерево-то не выпрямишь, пагубные страсти не вытравишь. Зло злом караем, зло и порождаем. Так было и
Так будет вовеки. Да. Побеседовал бы я с вами на эту тему, сударь мой. Да времени в обрез. А кривое дерево рубить будем. Дай-то Бог. Енин Андрей Викторович, 1889 года рождения, кустарь. Да, черт, все, конечно, липа. А это что? Квитанция издательства «Коммуна»? Да. Так. Нюся знает уже? По-моему, нет. Об отце? Нет. А где она? У меня. Ну, давай-ка ее сюда. Здравствуйте, Анна Владимировна. Проходите, садитесь. Хочу вас спросить. Чем же это вы им не угодили? Вроде и рисковали. И голову нам морочили, и вдруг на тебе. Собирались прийти к нам, да? Нет. Не надо палочки-выручалочки. Не собиралась. Ну, тогда позвольте вас спросить, в чем же дело? Наверное, стала не нужна. Резонно. Кстати, и вам я тоже не нужна. Время на спасение моей жизни тратить не стоило. А по-моему, напрасно вы так. Зря. Вы, наверное, сейчас себе очень нравитесь. Какой я умный, хитрый. Как все хорошо получилось.
не арестовали. От смерти спасли. Осталось только благодарность получить. Ошиблись вы. Ненавижу я вас. Вместе с вашей хитрой добротой. Ненавижу. Не верю я в вашу ненависть советской власти, Анна Владимировна. Потому что не за что вам ее ненавидеть. Фабрик, поместий у вас никогда не было. Отец ваш всю жизнь работал. Отец ни при чем. Он верой и правдой служит вам. Да. Отец ваш верой и правдой служил своему народу. Что это значит? Что вы хотите сказать? Да. Да, Анна Владимировна. Вашего отца убили. Анна Владимировна. Анна Владимировна. Его убили из-за меня. Выпейте воды. Извините, я забыла. Присядьте. Одну минутку. Анна Владимировна. Только будьте осторожнее. Будьте осторожнее. Квитанция издательства газеты «Коммуна». Thank you.
пожалуйста. Ты, мил человек, дай такого, чтобы в раз прошло. Не с руки мне сейчас хворать. Ну, самый извоз. Ну, поймите, я же не знаю, что с вами. Покажитесь врачу, возьмите рецепт. Прошу. Да некогда мне по врачам болтаться. Я ж толкую, кости у меня ломает. А ты соображай. Ну, хорошо. Вот, 3 раза в день по столовой ложке перед едой. Ага. 20 копеек. Кто-то? Простите, пожалуйста, я на консультацию провизору по поводу глицериновой мази. Пожалуйста, прошу вас, проходите. Спасибо. Простите, пожалуйста, вы что-нибудь выбрали? А вы не торопите, молодой человек. Как выберу, так и выберу. Или у вас что, свои порядки в аптеке? Извините, пожалуйста, мне просто понадобился каталог. Мне тоже. Сейчас. Посторонним нельзя. Я на консультацию к провизору по поводу глицериновой мази. А, это другое дело. Прошу вас. Звонила в Динамо. Свежая газета, коммуна! Коммуна! Свежая газета! Свежая газета, коммуна! Поздравляю вас, господа. Наконец-то пора бездействия окончилась. На долю вашей группы выпало почетное и ответственное задание. Захват и ликвидация архивов ГПУ. После детального ознакомления с планом операций вы встретитесь с руководителем нашего Самарского освободительного центра. Этот человек, господа, расходитесь, господа, расходитесь. Одну минуту. Всем оставаться на местах. Гражданин следователь, разве я могу это объяснить? Или разве не понимаю, что вы не поверите ни одному моему слову? Я мог себе представить, что на старости лет попаду в такую ужаснейшую историю. У вас тут собираются заговорщики, совершается убийство. Вы меня извините, Соломон Давыдович, но отпираться в такой ситуации, по крайней мере, неумно. Или я сплю, или вижу кошмарный сон. У меня 3 детей, гражданин следователь. Неужели я похож на заговорщика?
Клянусь честью. Я старый честный провизор. Верьте мне. Ну, тогда объясните, Соломон Давыдович, ну, как же эти люди могли оказаться здесь? А я знаю. Илья Святдух. А. Совершенно сумасшедшее дело. Совершенно сумасшедшее. Иван Степанович, это продавец розничного отдела. А вот этот человек пытался убежать, я только услышал выстрелы. У вас там все закончено? Сейчас кончаем. Ну, ладно. Вам знакомо это лицо? Нет, никогда не видел. Простите, разрешите взглянуть? А, пожалуйста. Позвольте, вы ради бога извините меня, но ведь это тот человек, который приходил к вам полчаса тому назад, или, насколько я помню, на консультацию по поводу глицериновой мази. Глицериновая мазь? Какая глупость! Глицериновая мазь! И какая же может быть консультация? Клевета! Нет, ну клевета! Сущая клевета! Позвольте. Выдумываете, гражданин! Позвольте, позвольте, позвольте. Вы еще сказали, что его там ждут, и, насколько я помню, он назад не выходил. Ох, клевета! Я не знаю, я не знаю. Я готов поручиться. Я очень хорошо запомнил этого человека. Да? Да-да. Ну? Куда он делся? Где он? Как вы могли? Как вы могли, Александр Петрович, в моей аптеке? Это свинство. Проверка окончена. Можно отпустить старушек? А этих в машину? Я сейчас. Одну минутку. По-моему, мы с вами сегодня встречались. Да, да, да. Вот. Опять эти печальные обстоятельства. Да, печальные. А что же вы убегать-то надумали? Видите ли, когда Господь хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Не могу, когда стреляют. А... Растерялся, знаете ли. Ну, ничего. А что еще вы можете добавить? Да ведь, пожалуй, больше ничего. Хотя, знаете, когда я читал каталог, то продавцу все время подходили люди. И в основном молодые люди. И все на консультацию по поводу глицериновой мази. Меня это, признаться, несколько удивило. Ну вот. Так что я могу идти? Да-да, конечно. Большое вам спасибо. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания. Только позвольте взглянуть в ваш документ, а то кое-что уточнить придется. А, в любое время. Макс Иванович Гюнтер, мастер-пивовар. Проживаю по Садовой, 35. Макс Иванович Гюнтер? Скажите, это не вы нам звонили? Да, 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 по поводу инцидента около моего дома. Если не секрет, вам удалось что-нибудь выяснить? Секрет, Макс Иванович. Секрет. А за помощь вам спасибо. Ну что вы, что вы. Ну, всего доброго. Thank you.
Расстание на следующий день убили. Торопились. А главное, зашел я в инфекционный корпус, будто бы за огоньком. Офицерье и все тут. Ну, знаешь, пора уже определять. Да сам я знаю. А если все вместе собрать? Уж не скрывать ли она кого? Ну, врачиха это. Понимаешь? Как думаешь? Проверить надо. Добро. Ты только, Миша, не лезь, хорошо? Ладно, ладно. Слободину все до мелочи. Mm-hmm. Вот она. Не верти-то башкой. Ну ладно. Берегись тут, а мы проверочку устроим. Ну будь. Пока. Пропал сеттер Лаверак. Сеттер Лаверак — собака весьма ценной породы. Я думаю, что это как раз тот самый пес, Семен Ильич, которого нам необходимо найти. А что? Есть новости? Да новости не новости, а мыслишка есть. Помните квитанцию, найденную в кармане у убитого, на газетное объявление? Ну-ну. Ну так вот. Полюбуйтесь. Я вот тут карандашиком отметил. Общество «Самарский рыболов-охотник» извещает, что баллотировка кандидата в правление назначается на сегодня в доме Васильева. А между прочим, общества такого в Самаре нет. Я проверял. Да это несомненно их почта. Что интересно, что в тот же день, когда появилось это объявление, сборище в аптеке. Я тут подшивку за целый год проверил. Почта их действует давно, 7,5 месяцев. Но объявления разные. Но везде это самое общество. А трижды появилось необычное объявление. Пропал сеттер Лаверак. Нашедшего просят обратиться в общество «Самарский рыболов-охотник» к Павловскому. Ну и вот тут тоже полюбуйтесь. Да. Любопытно. Семен Ильич, я думаю, надо нам эту собачку найти. Thank you.
чекист. Значит, ты тот. Кто? В госпитале раненый. Немедленно в госпиталь. Вы в госпиталь? У нас нет другого выхода. О, Боже. Чекисты нас выследили. Значит, надо ликвидировать и того. Инсценируйте самоубийство. Все, что хотите. Да, да. Госпиталь. Дежурная. Марья Федоровна, это Альшанская. У нас в первом корпусе лежит красноармеец. Никишин. Вместе с тем раненым в плечо. Да-да, в седьмой палате. На всякий случай переведите Никишина в подготовительную. Ночью не исключена операция. Хорошо, Нина Дмитриевна. Ассистентов предупредить? Пока не нужно. Я буду в госпитале через полчаса. Хорошо. Боже мой, что же это? Стреляет. О, Господи, все пропало. Бежать. Выпишите пропуск. Не могу. Не могу. Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Стречка, дура! Бежим! Никишин, предупреди часового. Из госпиталя никого не упускать!
виделись, сволочь. Я не виновата. Я не хотела. Я вам все расскажу, все. Кто возглавляет заговор? Я не знаю, кто-то оттуда, из-за границы. Понимаете, я хочу жить. Я хочу жить. Я вам все расскажу, только оставьте мне жить, не расстреливайте меня. Где искать Павловского? Его настоящая фамилия не Павловский. Его фамилия Маневич. Угу. Маневич. Он живет в Торговой 26 со двора. Торговая? 26. Так, назовите все явки, которые вы знаете. Торговая 10. Кошелев. Самарская, 7. Кузнецов. Дворянская, 25. Иванова. Уведите. Павловск скорее зам по террору. Как бы нам не пустить главного? Если он узнает об арестах? Может быть, попробуем? Да. Теперь остается ваш план. Там. Вам только что звонили насчет объявления. А, входите, можно? Наборщик уже здесь. Ага. Простите, я, кажется, не сюда попал. Нет, почему же? Если по объявлению... Нет, нет. О, Макс Иванович. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, видите, я наконец и выбрал время. У нас ведь с вами... Интереснейшая беседа намечалась насчет вечности и прочего. Ах, да-да-да-да, вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Помните, у меня ведь к вам куча вопросов накопилось. Чем обязан столь почетному эскорту? Василий, сначала в тюрьму, а потом со мной спускай. Бензина хватит? Хватит.
Степанович. Нелегкий у вас хлеб. Не прибедняйтесь, Макс Иванович. Ваш хлеб не легче. Не надоело? Ведь вторую неделю канителимся, а? Ну, признайтесь по секрету, на что вы рассчитываете? Дум спиро сперо. Пока дышу, надеюсь. Ну да, ну да. А попроще? А я, знаете ли, газетки почитывать имею привычку. Я тоже, и что? Боюсь, как бы у вас не было неприятностей из-за моего ареста. Не забывайте о моем подданстве. Наше государство контакты начинают завязывать. Но у вас тут в Самаре. Вы уверены, что там это понравится? Международного конфликта из-за вас не будет. И потом я справлялся, отказались они от вас. Вот ведь как. Не верю. Ну? Вы же не мальчик, Макс Иванович. Ну, имейте мужество признаться, проиграл. И рысцой к вам на исповедь. Этот Гаюсов. Вы это называете мужеством? Но все-таки шанс. Оставьте его себе. Я, видите ли, уже старик. Годом раньше, годом позже. Я свое уже пожил. Иван Степанович, а позвольте мне один вопрос. Пожалуйста. Представьте себе, что мы с вами поменялись местами, ну, по разным обстоятельствам. Ну, да, да. Вот вы, ухватились бы за этот шанс? Ну, сравнили. Ну да, вы все тут несгибаемые и железные. Другим, стало быть, в этом отказано. Да нет, всякий бывает и у нас. Но разве дело в том, что один более стойкий, а другой нет? Ведь дело в том, ради чего. Ну, вот ради чего? Ради какой идеи вы собираетесь умирать? А еще сравнивать. Вы меня не поймете. В общем, прикиньте, Макс Иванович, ум у вас трезвый, освежите память насчет географии, а то ведь и без вас разберемся. Опять возвращаемся на круги своя. Пора бы. Да. Семен Ильич, я вот что надумал. Не знаю, как вы на это поглядите. Хочу рапорт подать на увольнение. Что так? Да не получается у меня в ГПУ. Не получается? Угу. В армию хочу проситься. В Туркестан. На басмачей, значит, потянуло. По сабле соскучился. Да нет. Вот Лободин. Что?
Завидуешь? Не в зависти дело. В общем, считаю, должности не соответствую. Вот и все. Наша. Да, наша. Интересно. Михаил Павлович, откровенность за откровенность. Вот если бы ты раньше подал рапорт, я бы подписал. А теперь нет. Вот ты недоволен собой. Значит, кое-чему научился. Так зачем же уходить? Давай-ка будем работать. С людьми благополучно? Чурсинова зацепили. Гюнтер напутал. У них там болото с камышами, но пока их окружали, учуяли, пальбу открыли. Дороги расскажете. Да, у них там еще в подвале целый арсенал. А вот тут снег.